Благодаря современным технологиям в этом музее нет экспонатов. Здесь ты сам себе экскурсовод. Никаких сухих фактов. Все наглядно, интересно, познавательно. Система мультимедийных исторических парков «Россия. Моя история» уверенно шагает по стране. В Омске интерактивный музей российской истории расположился на 7000 квадратных метров областного экспоцентра. 15 ноября здесь состоялось торжественное открытие. Россия дышит, живет и растет нашим и своим движением. И широта ее, широта наша. Как изменилось Россия после обретения Сибири? Слово «Сибирь» звучит мощно, вроде благовестного колокола, возвещая что-то могучее. На открытие парка в Омске приехали почетные гости, идейные вдохновители проекта, первые лица региона, духовенство, общественники. История – это учитель жизни. И если мы плохо изучаем этот предмет, она сурово нас наказывает. И сегодняшний исторический парк позволит нам и нашему молодому поколению как можно глубже познать историю своей страны. В подготовке этой экспозиции принимало участие огромное число специалистов. В первую очередь это историки Академии наук России, Московский университет, Российский государственный гуманитарный университет, Институт истории России Академии наук, крупнейшие российские архивы, многие-многие преподаватели, профессора, которые не только пытались объективно передать, максимально объективно передать нашу историю, но и сделать так, чтобы это не превратилось в скучный учебник. Право перерезать символическую ленточку предоставили нашим землякам, потомкам людей, чьи имена так или иначе были связаны с историей Омска. Выставочное пространство состоит из четырех основных экспозиций. Рюриковичи, Романовы, от великих потрясений к Великой Победе, от Победы в Великой Отечественной войне до 2017 года. Каждая также рассказывает об истории Омской области в тот или иной период. Выставка, конечно, великолепная. Я думаю, что она хороша для взрослых и для детей. Для детей, во-первых, что это прекрасное место, где ты можешь проверить свои знания. Проходя по залу, ты можешь закрепить их, пройдя тест. И визуализация прекрасная. И здесь можно ходить с семьей, с друзьями, прекрасно проводить время. В первую очередь, это грандиозный проект, именно масштабом. С другой стороны, вот эта мультимедийная вся начинка, да, современная, мне кажется, она будет очень интересна для молодежи, которые любят такие вещи, которые искушены в этих вещах. И вот даже вот этот вот, допустим, объект, да, где мы можем вживую посмотреть, как протекали те или иные события, в частности, битвы, да, мне кажется, это будет очень интересно. И мы видим, что здесь много детей, много школьников, которые живо этим интересуются. Я уверена, что это привлечет внимание общественности. Не у всех есть возможность побывать на каких-то выставках в Москве и Санкт-Петербурге, где уже такие проекты осуществлены. Тем более вот в этом году я была в Астане, где была Экспо-2017. И там тоже вот все эти технологии и то, что омичам сейчас вот дали возможность тоже все это увидеть, реально, я считаю, это очень большое дело.